Ой. Жизнь имеет ноги. Как бы мне спрятать свои ноги? Ну надо так быстро, знаешь, я сказала всем привет. Говори. Ребята, всем привет. Новый день, новый влог. К нам приехала колясочка, которую я очень сильно хотела, потому что у меня у всех подружек такая. И, ну, просто я знаю, что это классная коляска. Мы с мамой ходили в магазине, она ее такую же катала и сказала, что во, супер. Короче, она к нам приехала, и сейчас мы будем ее собирать. Точнее, мой муж, давай. Она уже собрана. Люли. Ой, люли, люли, люли. Вот мне все время было интересно, там есть что-то под автолюльку? В принципе, ну такая уж прям тяжелая, но с ребенком она будет нормальная. Подожди, надо понять, там же должно быть какое-то крепление. Я просто каждый раз не понимаю, есть крепление, там крепление? Конечно. Сейчас вот его нету. Не, вот оно, вот оно. Да нет, мне кажется, это не то вообще. Я не разбираюсь, но, наверное, классно. Да. Это для маленькой-маленькой пупсёны. Давай, Зай, учись. Вот так, да, нам это надо научиться до рождения ребенка, потому что мы с этой штукой поедем рожать. Угу. Нам надо будет заранее подготовить. Это, мне кажется, что? Да, это не надо. Пока не надо. Я думаю, что мы с тобой инструкцию посмотрим. Угу. Ну, прикольно. Класс. И сейчас мы наконец-то избавимся от ненужных коробок. Ой, а то они так нам мешают. Они меня достали, я ненавижу коробки. Здесь у нас люлька. Да, заказали колясочку из Казани, из магазина «Мама Жанна». Я вам сейчас про него расскажу. Обалденный магазин, причем я, понятное дело, с чего бы мне знать раньше про детские магазины, но не знала. И подружке тоже рассказала, что оттуда к нам колясочка едет. Она тоже не знала, и я ей рассказала, такая, нифига себе, какой крутой магазин. Они скоро у нас в Москве, кстати, будут тоже. Вот такой, наверное, который вариант прогулочный. Колясочка у нас будет черная, все черное. Мне как раз было интересно, идет ли туда матрасик. Но это логично, что он должен сюда идти. Потому что как он может сюда не идти? Вообще красота. Красота, а будешь выглядит, ходить такой. Выглядит очень удобно. Да, такой коконечек. Так открываешь. Такой вот матрасик сюда идет. Ой, а это что за штуки? Наверное, какие-нибудь бортики. Ну да. Вот сюда, наверное, куда-то. Ну, ладно, мы с этим разберемся. Куда там чего. Не, ну прикольно. Вот так, наверное, как-то его обволакивать. Ну, короче, мы еще, конечно, разберемся. Оно все так впритык, как будто бы. Там, наверное, что-то достать, может, надо еще. Да нет. Да что, да нет. Ничего не а ребенка впритык. Куда сувать? Ваш ребенок зашевелился. Класс? Это еще не весь класс, Зай. Туда, ну вот здесь. Ты сначала колеса-то доставай. Ну, вот это вот просто на колеса ставится. Ну, доставай. Ну, подожди, я до колес еще не дошел. Угу, я просто нет. Плюс здесь вот это вот сюда. Угу. Чтобы не потерять. А вот это что? Давай посмотрим. А здесь против дождя. О, ничего себе. Ребят, знаете, о чем я недавно задумалась? Человек, который никогда не останется без работы, это графический дизайнер. Потому что это люди, которые делают буквально все. Начиная от вывесок для магазинов и заканчивая превью для YouTube-каналов. Графический дизайнер сейчас это не просто востребованная, но и прибыльная профессия. И освоить ее довольно легко, и на старте даже не надо уметь рисовать. К чему я это все? Я просто очень хочу порекомендовать вам проверенный курс, на котором вы быстро освоите специальность. И это курс «Графический дизайнер» от Skillbox. Вот честно, для вас это будет самый короткий путь в новую профессию. Во время обучения у вас будет 70% практики и 30% теории, это оптимальное соотношение. Вы освоите все профессиональные программы, соберете портфолио из 12 проектов и главное, всю практику сможете отработать на воркшопах. А в качестве бонуса шикарный нетворкинг и обратная связь экспертов. И к слову об экспертах, обучать вас будут топовые специалисты, например, из школы дизайна вышки. И вы, наверное, сейчас такие думаете, ну окей, а когда можно будет начать зарабатывать? Ребята, выпускники Skillbox'а монетизируют свои знания всего спустя 4 месяца обучения. И, конечно, после курса вы получите сертификат, подкрепленный государственной образовательной лицензией. Учитесь сейчас, платите потом. На курсе действует беспроцентная рассрочка и также есть отсрочка платежа. Первый платеж возможен с 7 месяца обучения. Если решите записаться, дополнительно получите доступ к курсу «Дизайнер на фрилансе». Плюс Skillbox гарантирует вам трудоустройство. А если вдруг что-то пойдет не так, то вам вернут деньги за обучение, так что вы в любом
случае выигрыша. Также от себя хочу вам дать промокод, по которому вы получите скидку на курс. Оставляйте заявку, пока действует приложение, и, кстати, доступ к курсу у вас останется навсегда. Это на случай, если вы захотите повторить материал и освежить знания чуть позже. Подробная информация о курсе по QR-коду, который вы сейчас видите на экране, либо, как обычно, просто переходите по ссылке в описании. А это? Это прогулочный, видимо, вариант. Ну да. Ну все равно давай, да, достанем, посмотрим. Нам же надо знать, с чем мы имеем дело. Может, сильно распаковывать не будем? Сейчас поймем, что там за как там. И я просто не знаю, нам такой вариант, наверное, пока не нужен. Да, я не знаю, полугода или когда малышка сидеть начнет. Просто понять. Ну да, что это? Я не понял лично. Мне кажется, что нам надо инструкцию глянуть. Видеоинструкцию. Это какая-то дополнительная деталь для прогулочного варианта. Это сиденье, Зай. Ну, понятно. Это сиденье. Выглядит вроде одна деталь, а вон сколько тут раскрылось. Вот так. Наверное, да. Да, это просто сиденье на эту... Ну, это для прогулки. Это когда уже сидит пупса. Да. Где тут нарисовано, как она сидит? Ну, вот сиденье, видишь, оно надевается на саму коляску. Да, да, вместо вот этой. То есть у нас получается, что у нас типа три в одном. Ну, да. Да. Грубо говоря, основная люлька такая вот. Вот такой вот прогулочный вариант. И автолюлька, которая стоит в машине, но которую мы можем снять и воткнуть в этот самый. Золото мое, ненаглядное. Тут должна быть какая-то суперская красота. Насколько мне известно, такое вот дорогущее в этих колясочках, это как раз-таки их шасси вот эти. Да? Вся вот эта система. Да, они должны быть очень красивые. Ты посмотри, тут вообще фарш. Ну? Просто фарш. Мои ножки отекшие, очень рады. Это сидушка. Какой еще сидушка? Для прогулочности? А, ну это куда как раз все это втыкается. Ты мне, главное, мои колеса покажи. Очень хочу видеть, какое оно все красивое. Мы с моей мамой ходили в магазин и видели вот именно конечно. Золото. Вон, то, что внизу. И конкретно золото было не очень, а вот такое золото, розовое золото, типа бронзовое, вот это очень. Новенький автомобиль! Какая красивая! Это очень красиво. Биф! Каскадерша! Ой, какая же она красоточка! Мамочки, девочки! Вообще пушка. Пушка-ракета. Да, Зай. Ой, пахнет. Как кожей. Из автосалона. Да, пахнет кожей. Чудно. У нас, как всегда, на фоне стиральная машинка. Хреначе. Так что сейчас, короче, соберем. Точнее, Слава соберет, но мы как бы команда. Да, и... А, ну пока он собирает, я вам покажу кое-что. А что я вам хочу показать, это то, что я уже 2 дня все перестирываю. Все. Я еще сюда бортики поставила, которые тоже надо будет, наверное, постирать уж. Ну, не наверное, 100%. Меня там все уже начали ругать, то, что я вся за гигиену, такая слишком стерильная обстановка для ребенка. Короче, я заказала на ВБ вот такие вот интересности. Это, ну, я думаю, вы видите, просто разъединители такие, типа тканевые, но я их вчера помыла, и помыла я их в душе, засыпала порошком, просто кипятком, ну, типа водой пролила, и они у меня высохли достаточно быстро. Что сказать, тут нет картона, здесь какой-то пластик внутри, поэтому их можно в ручной стирке стирать, это было написано на этикетках. Вот, вот такие, но мне кажется, я слишком много таких заказала. Тут вот одна такая, хотя, может, и немного. Вот таких еще дозакажу, наверное, посмотрю, что да как. Но мне кажется, вот сюда какие-то мелочи только засовываются. Вот. Еще вот сюда кое-что разложила, здесь все помыла. Вот, ну, понятно, у меня здесь потом по-другому будет. Это пока такое тестовое. Эти вот для грудей специальные вкладыши. Салфеточки, которые я вам показывала. Сюда, возможно, я буду класть
диски и ватные палочки. Но вряд ли я их так буду хранить. Я думала, эту штуку мы куда-нибудь на дачу отвезем, но она какая-то вообще фуфельная пришла. Тоже с ВБ заказала. Здесь у меня уже что-то лежит. Я просто хотела избавиться от всяких коробок. Вот, и так, в принципе, тут ничего такого интересного. Все это тоже надо будет, ну, молокоотсос простерилизовать, понятное дело. Вот, и так у меня все чистенько, классненько. Вот такие вот еще вешалки заказала. Потому что у детской одежды есть всякие штанишки, которые хочется тоже повесить. Вот, может быть, я слишком сильно замороченная, но это наш первый долгожданный ребенок, и мне хочется, чтобы все было мило, красиво. Я сама от этого получаю удовольствие, потому что, вы знаете, я люблю все вот такое организовать пространство, чтобы было красивенько. Вот, мобиль туда убрала, красоту, чтобы не пылилось. А, вот это все перестиранное, это мне надо будет все погладить, отпарить, повесить. Ну, какие-то вещи, может, и не надо гладить. Вот, например, вот это вот. Оно выглядит хорошо, зачем мне его лишний раз терроризировать, скажем так. Тут еще у меня, мне кажется, я много, конечно, заказала. И вон там еще много я заказала, я знаю. У нас же девочка, и вдруг мы постоянно будем ее всякие платья наряжать. И платье хочется повесить. Ну, короче, нет, просто я переборщила. Я не знаю, зачем я так много заказала, но у нас тут будет еще перекладина. Вот такую Слава заказал, установит, она будет пониже, да, это может не очень будет клево, но в любом случае, вот так. Просто здесь, например, будут висеть кофточки короткие, а внизу уже что-то подлиннее. В общем, посмотрим. Отрегулируем еще по высоте, подумаем. Так что здесь у меня, в принципе, нет уже никакой одежды. То есть я всю одежду, все пледики, которые у меня вот здесь лежали, я все это перестирала. И сейчас у меня там еще стирается стирка. Вот, это вчера у меня было, получается, 3 или 4 вообще стирки. Сегодня у меня уже была одна. И сейчас вот еще одна идет. И с детской одеждой, и пледиками, прибамбасами мы покончили. То есть все у меня будет уже чисто перестиранное. Останется только все это отпарить, отгладить. Но я этим займусь как раз. Эй, куда бежишь, тараканец? Наш каскадер. Но Вива сейчас проверяет не то, что для ребенка, а то, что для Вивочки придумали. Вот так вот мы в парке будем гулять. Ну иди ее обратно спиной. Не бойся, Вив. Да, вот так вот мы в парке погуляли, Вивочка такая устала, вот такой вот делает звук. Мама говорит, все, нагулялась моя фрикаделка, и мы ее туда. Вот какая хорошая колясочка, даже для Вивочки придумали. Ну как тебе, Вивочка? Здорово? Улыбаешься? Я только тормозов здесь не увидел. Она без тормозов. Это плохо. Не, ну какая? Может, там есть какие-то эти? Может, есть, слышишь, дополнительные? Хотя нет, вряд ли есть какие-то. Не бойся. Не, нет, тормозов как будто реально нет. Понравилось тебе? Виве все нравится лично. Она все, что для ребенка. Одобряешь? Как тебе, Вив? Скажи. Здорово? Ну ладно, доставай улыбашку. А то она на нервах, возможно. Да не, вряд ли она на нервах. Опа! Ну как? Повеселилась? Вот, а этот тут просто вот так вот хоп, сложил. А, сундучок. Ну вот тормоза, наверное. Где? Вот это. Ну-ка, покажи. Да, вот они. А, ну вот. Да, ты говоришь, все же защелкнуто. Угу. Из горы не уедет твой ребенок. Ну да. Класс. Ну это, конечно, на улице хорошо потестить. Но сейчас смысл уже с ребенком потестить. Ну мы потестим с ребенком. Ну блин, конечно. А очень добротная, выглядит шикарно. Дизайн минималистичен, функционал космический. Угу. Да, нам только еще разобраться с этими внутренностями. Да что, там просто может что-то лишнее вытащить и все. Там. А это как может... открывать? Да вот просто. Нет, что-то просто не идет. А, не, вот нельзя здесь. Это. Вот так. Хоп. Ну да, тут это просто для зимы, видимо. Нет, это не для зимы, это просто матрасик. Ты же не будешь... матрасик просто. Его, наверное, просто углубить как-то надо туда. А, ну да, он углубляется. Да, да, вот так. Может, круто, круто. Стелится ну... что-то мягонькой. Ну да. Для пупсоида. Угу. И вот так маленькая пупся тут лежит. Ну да, суперски. Просто суперски. Класс. Ну, мы потом еще сделаем классный обзор на эту коляску уже, когда у нас родится малышка, и мы будем с ней гулять. И скажем, как она в жизни. Потому что я толком их даже и не катала еще своими руками. Не знаю, могу ли я. Мама говорит, плохая примета. Вот здесь точно как-то можно сделать, чтобы летом как раз продувало, чтобы не вспотевал малышек. Очень красиво.
Только ее отпарить хочется. Сейчас вот это давай попробуем. Ну что ж, ребят, вот мы поставили автолюльку. Посмотреть, как это выглядит. Все-таки я покатала эту штучку. Очень она классная. Такая вообще маневрирует. Крутится, вертится. С ней прям хоть вальс танцуй. Очень красивая. Я увидела у подружек такую колясочку. Вот, и мне кажется, она безумно красивая, стильная. Мне нравится, что она сама черная, а вот эти штучки такие, ну, типа розовое золото, оно какое-то называется. Вот этот коричневый вставка тоже кожаный, безумно красиво, так лаконично все. У нас две коляски. Это первая, а вторая у нас на балконе. И та, которая у нас на балконе, она как раз-таки светлая, бежевая, по-моему, такая песочно-бежевая. Вот, так что будет у нас две классные колясочки. Я думаю, что уже потом, попозже, ну, понятное дело, когда мы уже будем с ней гулять, я вам буду ее получше показывать, поподробнее про нее рассказывать, показывать. Я безумно счастлива, потому что, ну, не то чтобы прям это, знаете, вот я как забеременела, сразу мечтала об этой коляске, нет, но вот я знала, что прям хочу эту коляску, что она мне очень нравится, что, ну, понятно, я видела ее там у других блогеров, друзей, у Карины такая коляска, и мне кажется, она очень красивая, и даже вот со слов Карины я знаю, что она очень клевая, удобная, ну все, то есть такая прям клевая-клевая. Я решила заказать ее в какой-то момент, я просто натыкаюсь на страничку в запрещенке «Мама Жанна», и мне прям перед глазами буквально эта коляска, я понимаю, что все, ну это просто знак, это судьба. Меня, конечно же, очень сильно зацепило и волновало именно оригинальность коляски, потому что, ну, как вы знаете, сейчас есть некоторые бренды, которые не так легко купить. Ну, не то чтобы не так легко купить, даже купить-то можно, найти можно, но и мошенники есть, и так далее, и так далее. А я вот какие-то такие вещи все-таки, дорогие покупки, такие приобретения, ну, лучше у проверенных, конечно, людей брать. Вот, и магазин «Мама Жанна», они официальные представители всех брендов, с которыми они работают, поэтому, ну, то есть у меня вообще не было сомнений никаких. Также у них очень быстрая доставка по России, я, если честно, даже не ожидала, что она будет настолько быстрой, потому что мы заказали коляску, она буквально через, блин, 3 или 4 дня, ну, то, даже, может, быстрее, ну, то есть очень быстро пришла. И вот у них постоянно всякие классные обзорчики на колясочки, на всякие прибамбасики, прям классные-классные такие видосики. Ребят, при заказе от 5000 рублей из магазина «Мама Жанна» назовите промокод Pushman, и вам подарят бесплатную доставку. Ой, вот такую вот мы видели с крылышками. Блин, ну с крылышками красивые, но вот все равно. Я как-то, если честно, даже душевно просто прониклась к этому магазину и к самой Жанне. Ну, то есть я так понимаю, что это ее магазин, она сама мама, понятное дело, и сделала свой такой бренд, магазин. И мне просто, ну не знаю, я вижу в этом какую-то супер душевность и... Мне прикольно. Мне еще прикольно то, что она все это сама показывает, рассказывает, постоянно какие-то видосики. Ну, то есть, знаете, не просто так, типа, вот наши товары. Ну, то есть, она как бы, не знаю, советует, что-то показывает, какие есть модели, какие варианты, что и то хорошо, а что это вот этим хорошо. Ну, короче, как-то, не знаю, прикольно. Ой, какие красивые пледики. Я не знала, что есть такие пледики у бренда. Они скоро в Москве должны открыться, и я прям жду. Потому что мне прям вот... Приятно было бы прийти к нему в магазин. Я в восторге, я очень-очень счастлива. Я даже не знаю, у нас все готово, просто все. Сейчас еще вот эту гору белья я переглажу, развешу, красиво разложу. Еще к нам, наверное, в среду, в четверг придет посылка от магазина «Заяц меховой», по-моему, так правильно называется. У них там всякие такие... На самое рождение есть вещички, ну и, понятно, постарше, но вот они как раз попросили нас вообще нигде ничего не брать на самое рождение, потому что они там какую-то коллекцию отшивали, и вот я вот тоже все жду. Сейчас какая-то у них новая коллекция, они мне прислали тоже видео посмотреть, что там они собрали, уже отправили, я так поняла. Хотя не знаю, отправили, нет, отправили уже, да. Вот. И там должны быть как раз всякие пеленки, муслины. У нас на самом деле вот этого... Ну, вообще, можно сказать, нету. Ну, как бы есть что-то, сколько-то там пеленочек, но можно сказать, что нету, потому что они в основном такие. Наверное, у нас пеленки 3 всего есть, по моим ощущениям. У нас много пледиков, да.
много всякой одежды, типа красотища какой-то, на вырост, но вот именно такого, что прям на рождение-рождение, на первые там 3 месяца жизни, например, не сказать, что у нас много такой обычной повседневной одежды, в которой чаще всего будет малыш. Какие-то нарядики, понятно, имеются, но вот именно как сказать, повседневной одежды, скажем так, для ребенка у нас немного на первое время. Ну и на дальше, понятно, у нас вообще ничего такого нет, только наряды всякие. Вот, поэтому всякие такие штучки-дрючки как раз-таки мы ждем от этого бренда. И понятно, мне все это тоже надо будет перестирать. И буду уже как раз раскладывать вот эти вот штучки, которые я заказала. Вот такие вот разъединители с ВБ. Чтобы в них красиво запихивать детскую одежду. Как-то сворачивать ее калачиком, и будет супер. Вот, здесь тоже, видите, как много. Я пока не знаю, где у меня как что будет лежать. Пока не придумала. В планах такое, типа, бодик, штанишки. Например, бодик, штанишки. Там что-то, что-то. Тут что-то еще. Ну, короче, не знаю. Плюс еще всякие царапочки, носочечки. Не знаю, мне кажется, конечно, многовато у меня тут вот этих разъединителей. Но в любом случае, наверное, они будут... Может быть, какую-то часть мы заберем просто себе под трусы, носки, не знаю. Вот, я думаю, надо было побольше вот таких еще мне заказать. Вот, потому что у меня все, получается, больше ничего нет. Единственное, что вот мне еще вот такие обычные пришли, я их тоже заказывала. И мне пришел еще один бракованный. Вот в таком стиле, только бракованный, вообще из картона. Я его помыла, он весь у меня сломался, я не знала, что там картон, но он был вообще другого цвета. Я подумала, ну ладно, как бы пофиг, но в итоге ни хрена не пофиг. Я его нафиг выкинула, потому что это ужас. Мне там подписчики написали, что надо было возврат оформлять, но я что-то это... Оно воняло так, и мне уже хотелось от этого просто избавиться. Ну, короче, по сути, здесь тоже должно было быть забито 4, но один пришел бракованный, а 2 я положила сюда. Но я, скорее всего, потом... буду что-то менять, вот, и, наверное, закажу все-таки еще, может, что-то такого, ну, пока не буду заказывать, посмотрю сначала, что у меня там вообще как получается. Буду думать, ну, может быть, я поменяю местами что-то, не знаю, ну, что таких, конечно, маленьких у меня прям реально много получилось, но зато будет, типа, порядок, не знаю, ну, и одежда там дофига, тут уже наша одежда, которую тоже надо гладить, все, короче, до хрена всего, вот это тоже все постиранное у меня. Тоже не вижу смысла гладить. Ну, что-то, может быть, буду отпаривать, я не знаю. Вот такие штанишечки миленькие. Сюси-пусики. Короче, да, сейчас просто надо доставать гладильную доску и начинать шпарить. А еще мы заказали на матрасник. Поменяли сегодня постельное белье. Как раз я ждала, когда придет на матрасник. Вот такой вот. Он цепляется, и мы даже пробовали водичку сюда наливали. Ну, понятно, с той стороны тут типа мягкие ткани, а с той стороны такая, чтобы не протекала. У нас до этого все время не было на матрасника, как-то мы жили, и с матрасом все нормально. Но с учетом того, что скоро появится малыш, думаю, лучше перестраховаться. Такая вот у нас красота здесь. Кстати, детали, которые нам пока не нужны от коляски, убрали вот сюда наверх. Все поместилось. Это получается прогулочная... прогулочный вариант. К нему как раз все мягкости, а коляска у Славы в комнате будет стоять, потому что у меня нет места для нее. Этот стульчик у нас тут пока стоит. Тоже должна быть классная вообще. Так охота ее открыть, но лучше ее, конечно, в коробке перевести на дачу. Вот, и там уже сделать обзорчик. Вот. Ну, просто по плану все-таки не таскать туда-сюда коляски. Вот. И насколько я знаю, что вот эта Джулс тоже очень классная колясочка. Так что будем на нее тоже смотреть, тестировать. Вот, и когда отсюда уедет коробка с этой коляской, тут, конечно, попросторнее станет. Вот. Но мне хватает здесь, конечно, мне тут хватает места, в чем я тут, по сути, только сесть, накраситься. Вот, у меня тут все вот так вот выглядит. Очень удобно, очень уютно. Мне здесь прям нравится. Сидишь, особенно сейчас, когда, ну, уже что, через пару дней лето. Хорошо. Окошко открыл, закрыл. Так что нас ждет впереди веселое путешествие. Сегодня полных 34 недели. Сегодня воскресенье. Какое число? 28. Вот. Так что полных 34. Такой вот живот. Ребенок вниз перевернутый, слава богу. Упсёна моя. Это 100% инфа. Ощущаю все как надо. Сомнений нет. Такой вот животик. Мой любимый. Мне очень хорошо. Не знаю, насколько сильно еще вырастет живот за 4-6 недель. Сколько мне еще ходить? Если я могу родить через 4 недели, по сути, в 38. Но мне почему-то кажется, что через 5 недель я должна родить в 39. Хотя, не знаю, блин, вот посмотрим. Но мне кажется, что я не должна перехаживать в
Почему-то мне кажется, что девка наше шустрая захочет вырваться. Хотя, может, и не захочет. Я не знаю ее вообще мысли. Мне очень нравится мой животик. Я считаю, что он у меня не, ну, не большой, не огромный. Мне с ним очень хорошо, не тяжело. Конечно, сейчас самый активный рост начинается вообще у ребенка. То есть получается, что в приложении написано, что сейчас ребенок начинает что-то там набирать активно, бурый жир какой-то, типа то, что надо. Сейчас, я так поняла, у нас там худощавая какая-то девчонка сидит, уже такая девчоночка прям, не какой-то там креветкин, но типа худенький совсем. А сейчас начнется такой пупси становиться. Щекас. Я уже так привыкла к тому, что у меня живот, к тому, что я такая пухленькая стала. Ну все, вообще просто к этому уже настолько привыкла, что мне даже не верится, что по сути через там месяц-полтора у меня не будет живота, у меня будет ребенок на руках. Это странно, это реально странно, но не верится. Это как со свадьбы, блин. Не знаю, когда Слава мне сделала предложение, я вообще долго не могла поверить в то, что вообще он мне сделал предложение. Типа, что, реально? Да ну нафиг, неужели? Потом я еще не понимала, у нас уже свадьба, и мне кажется, я до сих пор не понимаю. Такая смешная. Короче, я в шоке. I need someone who can make me feel better. Wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Then suddenly you are here inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby, are you? Where did you come from?
Ох, ребята, ушиталась я знатно. И я единственное, что не погладила, там буквально вообще мелочь, могла бы и доделать, но не стала, потому что завтра все равно у меня куча оглажки. Это всякие на кокон, эти простынки, на матрасик вот этот я тоже заказала простынки. Одна белая, другая белая с ёжиками, что ли. И еще, по-моему, должна какая-то со звездочками прийти. Такая вот я, как это сказать, модная мамочка. Там любят меня обвинять в том. Ну, конечно, это смешно, меня это вообще никак не колышет. Я сейчас просто это комментирую, потому что, как вот я сейчас читаю комментарии, что типа, неинтересные видео, я тоже могу сидеть болтать полчаса. Вот я сижу и болтаю полчаса о всяких своих мыслях. В общем, написали о том, что у меня все для ребенка бежевое, что у нас все бежевое. Вообще ребенок не будет развиваться, потому что он не будет видеть краски этого мира, краски этой жизни. Я думаю, блин, ну какой же бред. Мне просто даже интересно посмотреть на этих, точнее, детей этих родителей и вообще, как у них дома все обстоит. Ну, типа, неужели все прям разноцветное, разноперстное и так далее? Я просто не знаю, зачем так, в чем прикол. У нас красивая лаконичная комната. Все белое, бежевое, коричневое. Игрушки у нас будут яркие. Зачем мне ребенка? Я уже это не один раз комментировала. Зачем мне ребенка наряжаешь в какие-то сумасшедшие цветы? Если честно, вот вы сейчас зайдите в любой там какой-нибудь инста-магазинчик с одеждой, вы хер еще найдете там что-то супер яркое. Потому что это просто типа стиль такой. Мода, стиль, пафос. А вообще, если говорить про удобство, мне было безумно удобно взять и все это стирать вместе. Ну, то есть, из-за того, что у нас нет супер яркой детской одежды, я могу не сильно все отсортировать по цветам, потому что у нас все белое-бежевое. А, ну, нет, не все у нас белое-бежевое, но есть какие-то вещи с яркими элементами, с рисунками, понятное дело. Но мне кажется, ребенку вообще глубоко пофиг на это. И я думаю, что для ребенка самое главное, чтобы были какие-то яркие, там, например, игрушки. Мы же будем выходить гулять, конечно же. Ребенок будет видеть яркий мир. Зачем еще дома вот это вот все? Дома надо отдыхать и глазами, и душой, и, не знаю, ушами. Зачем еще дома нам вот этот сумасшедший какой-то радужный высер, например? Я, кстати, сегодня ходила на «Счастье для волос» процедуру. Вот, волоски чудные, мягкие такие, блестящие. А еще, представляете, у меня уже, блин, 3 недели вес вообще не меняется. У меня в один момент был сильный прирост по весу. Я сегодня взвесилась, сегодня я весила утром 72, но я вечером сейчас весила 72. Ну, короче, на это вообще можно не смотреть. Я сейчас на вес не обращаю внимания в том плане, что я понимаю, что сейчас ребенок набирает. Ну, я вижу, что я как бы уже сейчас сильно не меняюсь. Но вот единственный был такой момент, так сказать, скачок. Это вот как раз-таки, когда я за одну неделю, можно сказать, 3,5 килограмма набрала. Наверное, я не знаю, это странно, потому что, да, конечно, я, ну, отекла. Я надеюсь, что хуже уже дальше не будет отеки, потому что это все-таки, ну, как я уже говорила, дело не только в том, что у меня там мордочка поплотнее стала, там жопка, еще что-то, там пальчики. Ну, типа, это как бы с этим жить нормально, я могу с этим жить. Просто есть такие отеки, которые уже нехорошо. У меня, слава богу, таких отеков нет сейчас. И надеюсь, не будет. Кто-то в каком-то блоге подумал, что вот этот звук, что это типа Слава храпит в соседней комнате. На самом деле у меня просто под столом массажер для ног. Юль, я у вас баню не заметила на участке. Она есть или у вас просто душ? У нас ванна в доме, но на другой даче у нас есть баня. На этой даче, куда мы со Славой ездим и там живем, у нас там нету бани. И никогда не было. Честно, я вообще не фанат бани. Я не понимаю типа приколов в бане. Просто сидишь. Ну да, там что-то полезно, все понятно. Полезности есть, хотя кому-то и нежелательно, и не полезно по здоровью. Вот, но я вообще не понимаю, просто сидеть типа в очень горячей комнате, где нечем дышать, ну типа, блин. Есть, конечно, в этом кайф. Посидел в банке, потом прыгнул в бассейн, например, холодный. Вот это клево, это прям веселье. Я так давно в бане не была, так захотелось сейчас прям винца. Я же представляю один из дней на даче у мамы. Шашлык, салат любимый, картошка, вино. Потом, ну, я пиво не люблю, но все, например, пьют пиво. Мама чистит воблу. Из воблы я саму рыбку не люблю, я люблю икру. Я ем икру с вином, и мне нормально, вообще отличное сочетание. Парюсь от того, что я парюсь и пью, меня вштыривает еще больше. Потом мы бежим в бассейн. Короче, вот это класс. Как рожу, еще кормить надо.
Ну ладно, значит потом когда-нибудь. Короче, мне не нравятся супер пестрые вещи для детей. Есть милашные, классные вещички с принтом, но все равно, типа, зачем мне, например, ну вот просто представить, хотя может у нас будут когда-нибудь такие вещи, я не говорю. Просто вот бывает, я захожу в детский магазин, и, ну, на сайте на самом деле нет. Вот на сайте сейчас практически на любом вот инст там магазинчике каком-нибудь, я вам клянусь, зайдите, посмотрите, вы там пестрое какое-то, ну, типа, некрасивое не увидите. Вот в моем понимании, когда пишут, типа, ой, у вас все однотонное. Да, блин, в магазинах даже другого не продают. Но вот в тех магазинах, откуда у нас вещи. А у нас вещи в основном от брендов подарки. Я сама покупала вот такой свитер ребенку. Да, он тоже белый и бежевый, но он зато с мишками. Че, плохо, что ли? Яркий. Покажу вам чуть-чуть того, что я заказала на ВБ. Во-первых, вот такую вот книжечку. Посмотрите, какая яркая, абсолютно не бежевая. У меня там есть еще в отложенных, в избранных книжечки, которые, ну, какие-то такие вот мягкие игрушки, яркие, которые я тоже хочу заказать. Ее тоже, блин, постирать. Надо посмотреть, как ее стирать. Смотрелки заказала. Но это черно-белые картинки, это... Там их много раз. Я вообще не знала, что это за штука, а это, оказывается, как же это называется, сегодня только гуглила, комфортер. Это комфортер, это игрушка-салфетка, которая легко впитывает запахи, и во время кормления мама кладет комфортер поближе к груди, и он приобретает специфичный аромат молока. Для малыша он служит сигналом, что мама рядом, он в безопасности и может быть спокоен. Потом малыш берет и с этой штучкой в обнимочку лежит. Вот так вот берешь этот... И на него он вот такой лежит и спит с ней. И она пахнет маминым молочком. Видите, какое чудо? М? Классная штука. Я когда прочитала, что это такое вообще, подумала, ничего себе, как мило. Я думала, что это за тряпка, блин, с башкой? Да, ну типа, в чем прикол? Надо тоже постирать. Вот это не знаю, стирать, не стирать. Ну, наверное, уж можно было бы тоже, чего нет-то. Вот есть что-то еще, что я не постирала, понятное дело. Вот, посмотрите, какие у нас яркие игрушки. Чего, этого мало, что ли, для счастья? Ну это ладно, не вырви глаз. Но какое милашество. Ну, скажите чудо. Фокус бы еще был, да? Вот это я все-таки не понимаю, для чего. Кто-то мне писал для чего-то это, но я что-то опять не понимаю. Опять забыла для чего. Трещалочки такие прикольные. Надо их как-то продезинфицировать. Только вот не закрывается оно. Минус. Вроде чехол есть, но не хочет закрываться. В общем, сходила сегодня на счастье для волос. Не знаю, когда у меня в следующий раз будет на это время. Но я уж не думаю, что, конечно, настолько... Временем не будет ни на что. Ну, первые, думаю, 2 месяца, наверное, тяжело будет такие штуки делать. Да и смысла нет. Типа, счастье для волос, это, знаете, не то, без чего я не могу прожить там даже полгодика спокойно. Я давненько не делала и нормально себе жила, но вот сегодня сделала, конечно, получаю удовольствие от того, какие у меня волосики. Вот такая вот классная цеплялочка. Получается вот так вот как-то к одежке. И сюда сосочку. Ням-ням-ням, сосочку, фу, выплевываю, и она никуда не делась. Откуда я так хорошо знаю детей и их эти мысли? Столько всего, что было бы неплохо дезинфицировать. Еще я с ВБ заказала такую классную зайку. Это, конечно, нам не скоро пригодится, но мне просто так хотелось посмотреть на это. Но мне это нравится, что я могу делать. Сюда засовываешь, например, какую-нибудь ягодку, клубничку какую-нибудь засунул, видите? Закрываешь. Так вот ребенку даешь, а здесь силиконовая такая, ну как будто сосочка, но с дырочками. И ребенок сидит и ням-ням-ням и потихонечку съедает содержимое. Ниблер для прикорма. А вот то, что я вам говорила, думала то, что классное, что-то на фотке вроде прикольно. Ну не знаю, что-то мне, короче, не зашла эта шляпа. Вот то, что я погладила. Тут очень много, конечно. Ну, не сказать, что, знаете, я прям выглаживалась такая в каждую щелочку. Нет, я уж понимаю, что это, ну, типа детские вещи. Ну, во-первых, что их гладить? Они короткие, просто их много. Вот, ну что вот эти бодики гладить? Долго, что ли? Просто пройтись с одной стороны, там, с другой стороны ручки, ножки. Даже элементарно, просто чтобы складывалось лучше, и все. Вот это я не погладила. Ну, тут получается одна пеленка, одна простыночка на какой-то там кокон, другая. Это на этот, на пеленальный столик. Еще на пеленальный, это на кровать. Ну, все. Короче, это я уже завтра поглажу, потому что я уже замучилась. Умоталась, умудохалась, и ноги у меня
как будто бы мне гвозди вбили. Новый день, ребят. Показываем вам коробки, которые у нас в коридоре. И только что пришла посылочка. Ах, так радуюсь. Эта посылочка аж из Краснодара приехала. Представляете? И тут подарки от бренда, магазина «Заяц меховой». Я вам как раз про них говорила. Вот, здесь будет для вас радостная новость. Яркие вещички. Милые яркие вещички. Ой, сколько всего они нам надарили, с ума сойти. Обалдеть, девчонки. Смотрите, какое чудо. Короче, будем с вами сегодня делать супер распаковочку. И все это надо будет перестирать. Вот, а тут целые большие комплекты. Там все-все-все. Пеленочки. That can't be seen. You got that one thing that's hard to come by. It's not your styling, it's not your jeans. No, what you got is deeper within. And your friends don't even know what you got. They just hang with you 'cause you earn a lot. You should lose them all and start hanging with me. 'Cause I'm the only one who can see. Так, ребят, показываю вам свой повседневный макияж. Он занял у меня 20 минут, с учетом того, что я не торопилась, сидела, рисовала себе брови, что я могла бы вообще не делать, а просто их как бы уложить и не париться. Могла бы губы не красить. Ну, я, короче, не торопилась, да. Все равно, что-то не то с этим хайлайтером. Я попробовала вот этот светлый, который супер-супер блестящий. Но я его очень мало старалась наносить. Ну, он, короче, как будто бы не дает того эффекта. В общем, я накрасилась. Теперь мы можем идти выкидывать мусор. Только с хвостом что-то надо придумать, потому что я вывязала, думала ровно, а потом смотрю, там неровно, тут неровно. Хотя долго держала руки на весу, заколебалась. Вчера, ну я вам рассказывала, сделала счастье для волос. На самом деле мы сейчас поедем убрать кровавую, давно так не было там. И возьмем Вилочку с собой, потом пойдем в парке прогуляемся. Так, ребята, мы вышли на улицу, выкинули все коробки, которые у нас были в доме. Сейчас ходим, возьмем Славе кофе, потому что я вообще кофе не пью больше. Угу. Не потому что я такая молодец, а потому что у меня изжога, но мне, если честно, не хочется. Слава побрился. Угу. Он название ролика поставлю. Это заслуживает, в принципе, такого освещения. Вивочка с нами пойдет на прогулку. Вы не смотрите то, что я в жилетке. На самом деле на улице тепло. Вивочка вот так гуляет по городу. И мы со Славой просто обсуждали, что у Вивочки окрас не для города, потому что она с асфальтом сливается. Да, точно. Слово забыла. Вчера вообще дождь был, да? Или когда? Вчера дождь был, да. Вчера вообще лютый дождь был. Это ветер. Поэтому погода такая обманчивая на самом деле. Это через пару дней лето, типа. Ну, знаете, лето такое.
Июнь, он обычно не сказать, что прям сильная жара. Он уже меняется по 100 тысяч миллионов раз. Ой, мы сегодня так мило проснулись. Мы просыпаемся, Вива между нас залезает, целует меня, целует Славу. Прям поцеловала нас. Она обычно в лицо не целует, а так поцелуй сделала. Легла между нами, нежилась, ласкалась. Привет! Еще очень хорошо, что именно сегодня к нам приехала Ванночка. Я знаю, что хочу сказать, но не могу вспомнить слово. Ванночка и еще посылочка от вот Заяц Меховой. Я буду это опять стирать. Все, Вива, пошли, пошли. Ну и вот. И хорошо, потому что оно тоже было в коробках, мы их тоже выкинули. Мы заехали на заправку, и я что-то вообще в шоке. Я сейчас вообще что-то на очке была, потому что он так близко подъехал. Я даже не знаю, сейчас Слава вообще сядет сюда, нет? Что за херня? Просто огромная вот эта вот машина, как ее, так близко подъехала, что вообще, что там по зеркалам, я просто отсюда не вижу. Трэш. Короче, сейчас придет Слава, ему надо было заправиться, и мы поедем брать и Караваевы, где уже 100 лет не было так охота покушать. Что еще интересненького? Пупсёна, моя любимая. Такая активная девка. Вот знаете, она такая активная девчонка, но она добрая, хорошая девочка. Ну, типа, по ребрам меня не бьет, вот так уж, что больно. Прям я ее обожаю. Ее сладкие лапки. Выставила видео в Телеграм и в сторис. Собственно говоря, как я сейчас выгляжу, ну, просто животик сняла со стороны, получается, сейчас 34 недели, один день. Блин, вообще даже не верится. На самом деле, вот я все думаю, когда же будет прям вот, ну, и надеюсь, не будет такого, типа, прям вот тяжело. Я уже набрала нормальный килограмм, получается, сейчас на мне добавилось, ко мне добавилось 17 килограмм, даже, может, больше уже, 18, может. Вот, и смотря на себя, я понимаю, что вот сегодня, например, я на свои ноги смотрела, но я не могу сказать, что они отекшие. Нет, нормальные ноги. Утром у меня вообще нормальные ноги. Плюс я каждый день хожу в компрессионных чулках. Ну, то есть я делаю вывод, что, скорее всего, там вода, конечно, есть, понятное дело. Ну, не думаю, что прям много. Вот, ну, понятно, что есть, и все опухло, отекло, а там лицо пухленькое, да. Но вот если про это говорить, я думаю, что это уже реальные цифры, скажем так. Но то, что я смотрю свои старые какие-то видео, фото, ну, как старые, там, в начале беременности, я вообще не могу поверить, мне кажется, это не я, вообще какой-то супер худой человек, вообще доходяга какой-то. Сейчас не знаю, как он залезет. Что за кринж? Кринж, да? Кстати, по поводу всяких выплат. Да, мы с тобой претендуем на коробку от Собянина. Да, либо 20 тысяч мы можем выбрать. А что в коробке? Еще, кстати, видел комментарий о том, что мы также можем получать молочку. Да, я могу уже давно получать молочку и там соки какие-то, не знаю. Но что-то у меня какие-то возникли трудности с оформлением, я что-то забила. Ну, блядь, еще куда-то ездить за молочкой, да ты гонишь. Но, конечно, когда родится ребенок, наверное, в этом есть какой-то прикол. До какого-то возраста я могу ходить и, там, или, не знаю, сделать документ, чтобы кто-то ходил, ну, бумажку, справку, чтобы кто-то ходил и получал молочку всякую на нашего ребеночка. Интересно, что там за молочка такая? Ну, получали молочку в Потехе тоже. Ну, у меня мама, наверное, Сашу тоже брала, ходила. Типа, это 100%. Не Москва, мы жили в северном городе, 1030 тысяч населения. Не, ну, Москва – это только коробка от Собянина. То молоко – это как бы, мне кажется, это нормально. У нас тоже такое было. Яре, когда был маленький, я ходил за молоком. А что там обычные банки с молоком просто? Какие? Кузим. Да, и обычные, по-моему, банки с молоком, я не знаю. Пакеты? Ну, детское, наверное, молочко, да, в таких пакетиках маленьких, нет? Детское. Я помню, Саша тоже что-то брали, соки какие-то, я не помню. Но это, блин, давно уже было, господи, ребенку уже 11 лет. Блин, кстати, представляете? Моему уже 18 лет. Ему еще не 18. Уже школу заканчивает. Он сегодня русский ЕГЭ писал, Ярик. Ярик сейчас пишет ЕГЭ. Ну, у него сейчас идут экзамены. Волнительный, конечно, период. Хорошо, что не я пишу ЕГЭ, но мне хватает волнений. Представляете, ребят, сейчас закачаетесь, такой интересный факт. У Славы с его братом Яриком 11 лет разница, да?
11 лет. И представляете, что? У нас сейчас родится дочь, и моему брату Саше тоже 11 лет. Ну, то есть, грубо говоря, у них будет разница... Ну, у них и будет разница, получается, 11 с половиной лет, типа. То есть, даже не 12, а 11 с половиной лет где-то. Потому что у Саши, моего брата, в марте день рождения был. Ага. Такой вот прикол. Вот это прикол всех приколов. Да, и по сути они, когда наша дочь подрастет, они смогут так же общаться, как и вы с Яриком. Мы со Славой обожаем футбол. Да, да, и мы с тобой футболисты теперь. Мне даже снилось недавно, что я в футбол играю. Вот так мы любим футбол. Я Славе говорю, блин, что ты мне не говорил, что футбол так, оказывается, так интересно? Но на самом деле, ни хрена, ну нет, как, не то, что ни хрена не интересно. Интересно, но не все матчи смотреть, потому что мы как-то такие, типа, ну давай хоть что-нибудь, включим хоть какой-нибудь футбол, потому что там каких-то классных матчей не было. И мы включили какую-то вообще, какое-то очко, там даже комментатора не было, и мы выключили практически сразу. И поняли, что футбол не это... Не комментатор, ничего. Не комментатор, там что-то газон какой-то задрипанный, ну короче, вообще такое прям, знаете... Там, игроки играют уровня российской премьер-лиги, вообще деревянные такие. Ну, в этом я уж не разбираюсь, про российские премьер-лиги. Ну, просто скучно смотреть, понимаешь? Нету каких-то там скоростей, каких-то маневров, мощностей. Каких-то логических цепочек в это, футбольных придуманных, типа, ничего нет. Они просто тупо это пинают да. Мяч. Короче, мы практически сразу выключили вообще непонятные какие-то нам команды. Думали, просто любой футбол интересно. Оказалось, ни хрена, любой футбол неинтересно. Мы тут еще смотрели Барселону, с ума сошли со Славой от Автогала. Когда мы смотрели еще всякие футболы, только подсели. Мы потом даже на Ютубе искали всякие ролики, типа самые тупые голы, типа самые крутые голы, знаете, такие подборки. Вот, и на самом деле, конечно, вообще жестко. Я Славе такой говорю, как ты думаешь, а бывало такое, чтобы один вратарь взял и забил, типа, гол прямо от своих ворот? Он такой, да, конечно. Ну, короче, всякие такие, знаете, штуки смотрели. Капец, пробка, блин, жопка вообще. Пробка, жопка. Вот, так что сейчас перекусим и направимся в парк гулять. Чуть-чуть порадовать маленького пёкселя, подышать этими брёвнами. Брёвнами? Типа деревьями? Ну да. С Фалберес больше мне никаких посылок не должно прийти. Каждый день курьер в 10 утра приходит, каждый божий день. Я еще утром сплю, и я забываю то, что я беременная, когда просыпаюсь. Я от звонка в дверь, короче, подскакиваю. И Слава пугается очень сильно от того, что я так подскакиваю. И когда он слышит звонок в дверь, он мне сразу говорит, типа, лежи, сиди. Ну, сам, короче, встает, потому что я забываю, и мне реально хочется подскочить, побежать, чтобы быстрее открыть дверь. Ну, как знаете, ну, короче, трэш. Что еще интересного? Жду, вот, получается, посылочку от Ляридут. Последняя из такого, что вот каких-то посылочек жду. Вивочка так дышит, потому что она собанька, ей жарко. Она в машине так дышит. Но на самом деле у нас тут кондиционер работает, все хорошо. Ну, может быть, она немножко, не знаю, в стрессе. Ты в стрессе? Моя нежность. Нихера вообще не смотрит никуда. Блин, как же я боюсь людей вот таких вот, которые ходят по дороге и вообще пофиг как будто на свою жизнь. Мы со Славой считаем, что Вивочка не просто что-то чует, что скоро что-то изменится в наших жизнях. Мне кажется, она прям... Я не знаю, как животные вот к животикам относятся. Чувствует она, что там реально человечек маленький. Ну, наверное, уж она чувствует, что-то думает. Но я просто не знаю, что она думает, чувствует. Но она изменилась. Наша собака изменилась, она стала более милой, более нежной. Она и так была у нас вообще нежность просто невероятная. Но она стала какой-то более... Я не знаю, это странно, я не могу это объяснить прям по-нормальному, по-научному. Но она стала как будто более мудрой, более понимающей. Какие-то... И взгляд у нее как будто поменялся. Я не знаю почему. Просто как-то иначе она стала себя вести. И мы ее, конечно, просто обожаем. Мы ее всегда обожали. А сейчас она такой вообще милаш. Так что, конечно, мне безумно, вообще безумно интересно. Не терпится уже увидеть Вивины отношения с нашей дочкой. Мне кажется, они будут такие нежные вообще. Будут вместе лежать, спать на кроватке, гулять будут вместе. Ну, понятно, Вивочка рядышком с колясочкой, а в колясочке пупсик. Потом будем пупсика на коврике специальный на полу класть, чтобы ребеночек лежал, в игрушечки играл, какие-то развивашечки. И Вивочка будет рядом лежать, да? Ребята, мы увидели белку! И Вива ее тоже увидела. У нее еще в зубах что-то. Где собака? Видите? Смотри, она зумила как. Сидит, этот кушает.
Короче, мы уже гуляем в парке, как вы могли догадаться. Слава побежала меня за мороженым. Там, где мы сели, тут тоже есть мороженое, но то, которое я бы хотела, с шоколадными крошками, тут нет. Вот, так что он пошел мне добывать мороженое. Надеюсь, там карты принимают. А мы с Вивочкой сидим, ждем. Вот, потом Слава пойдет, возьмет себе здесь блинчик. Кажется, он без мороженого так медленно идет. И не торопится. Как будто бы что-то несет. Не пойму, я что, слепая стала? Почему он так медленно идет? Как будто бы он его открыл уже и ест. Ничего не понимаю. Почему оно открытое? Вообще мороженое? Ну как будто открытое. Зачем оно уже открытое? Да, почему оно открытое? Надеюсь, не приклеится пух. По вкусу вкусно. Отвернись от солнца и все. На солнышке загораю, все. Вот, я тебе закрыла своей тенью, Вик. Смотрю, как люди с детьми гуляют в парке. Гуляют на детских площадках. Вся эта движуха у нас тоже скоро будет. Ну, понятно, не сразу с рождения детские площадки. Но все равно самокаты, велосипеды. Сидеть на детской площадке, поездки в океанариум какой-нибудь, в зоопарк. На самом деле я этого давно хотела. Ну, в смысле, я все время думаю, вот, классно, типа, обязательно будем туда ходить, когда будут дети. Ну, потому что, типа, ну, не, ну, сама бы я тоже хотела в зоопарк сходить. Но просто, мне кажется, с детьми это приятнее делать. Типа, ты это детям показываешь, приводишь их туда. Ну, другие чувства, типа, что я там, слоника не видела в духе. Да, прикольно, слоник там, не знаю, но все равно ребенку показать классно. Умница. Нет, сиди там. Сидите, как раз солнышко прячешься. Ну, не знаю, просто за 5 минут я, конечно, до дома не доеду. Может, консьержу оставить? Мне с Валберес за 20 минут она звонит хотя бы. Через 5 минут у вас буду, блин. Я говорю, ну, я думаю, хотя бы за час позвонить. Ну, хотя бы за 30 минут. Ну, конечно, очень огромный разброс по времени. Ну, невозможно выбрать на час, на два. Ну, да. Ну, на Валберес тоже. Нам привезли, точнее, через 5 минут курьер привезет Бэби Бьорн. Бэби Бьорн. И Слава заказал сазон. Мне все время кажется, что камера сильно приближена, знаешь, этот фокус. Ну, не фокус, а... Фокус на расстоянии. Короче, мне все время кажется, что у меня слишком приближена камера, а потом я понимаю, что просто морда стала больше. Надо руку подальше. Просто я постоянно заказываю что-то на ВБ, а Слава постоянно заказывает что-то на Озон. И мы с ним постоянно спорим, типа, что лучше, ну, типа, где удобнее. На самом деле, мне кажется, одинаково. Что там, можно найти одно и то же, по сути. Просто кому-то что-то одно ближе, кому-то что-то другое. Я не знаю, почему. Мне почему-то как-то вот... Не знаю, я, блин, этот ВБ вонючий уже терпеть не могу. Я там уже столько мамок оставила. Там каждый день курьеры приходят, каждый божий день. Мы тут нарвались на какую-то агрессивную белку. Она очень милая, но что-то фыркает на нас. А конкретно на Вилу. Она как-то Вилу запалила. Какой хвост у нее. Смотрит на нас. Вот бы такую домой забрать. Ребята, мы пришли домой. И нам привезли качели, которые выбрал папочка для своей дочурки. В таком модном, стильном. Кресло, шезлонг от Бэби Бьорн. Бьорн, Бэби Бьорн. Нормально. Ну давай, открывай. Все. Где наш каскадер? Тут же чехольчик, наверное, может, меняется, стирается. Да. Интересно, а что он так скукоженный? Туда ребенка надо положить? Да. Потом, наверное, натянется. Ну да. Вот сюда, на краешек, положить Виву, вот так натянуть и отпустить. Будешь тестить Вив? Вив, заходи, забирайся. Она, по-моему, уже мимо проходит все эти детские штуки. Ну, клевенький. А как он складывается? Сколько такая штука стоила, зай? Да в районе 20. Мы за 20 взяли. Хотя в некоторых магазинах то же самое продают за, блин, почти 30 тысяч.
чушь полнейшая. Там... Хотя это оригинал. Там, да, там это... И это не БУ, ну типа... Там дело... Наценку? Там дело в наценке и в материале. Нет, с материалом все понятно. Я имею в виду, что вот точно такие же дороже продают, да, на сайтах. Да, ну это дело в наценке, да. Нет, ну это все выглядит хорошо. Ну ткань очень приятная, мягкая. Ну, типа это не 100% коттон. Так нам не нужен 100% коттон. Это вот именно та ткань, которая с частью синтетической. Ну, на самом деле, не знаю, мне на ощупь так. Не нравится? Вот так. Думаешь, потеть будет? Блин, не знаю, мне наоборот показалось, что эта ткань хорошая будет. Ну, посмотрим. Только я не пойму, что он так топырщится. Так она еще не расправилась. А, под жопу, конечно, надо, что ли? Она под жопу, она расправится. А, ну да, вот так, конечно, вот жопу когда кладешь... Детский. Не, ну выглядит классно, давай в детской посмотрим. Давай. Ну, видите, у нас не все объезжает. Еще выше, чтобы она была? А, ну да, можно. Вот. Все. Поднял. Угу. Уже хочу посмотреть, как наша пупса тут прыгает, ножками своими дергает. И вот так вот, главное, чтобы не шлепнуться. А, это вот ее сложить. Оп, все, она сложилась. Офигенно. Да? Да, круто. Взял на дачу, повез. А небольшой вот этот агрегат. Мы хотели купить электроны, которые качают. Да, да, да. Короче, мы с мамой будем снимать кулинарное шоу. Чтобы снять круто кулинарное шоу, мы снимем студию, наймем видеографов, свет, все это будет, монтажеров, потому что у меня тупо нет на это времени. Ну, то есть, я на это еще потрачу, не знаю, сколько деньжат. Ну, типа, продакшн такой нехилый. Я сейчас стирала белье, детское всякое, одежку от магазина «Заяц меховой», который нам прислали кучу всего, просто вообще закачаться можно. Я не снимала вам распаковку сюда на влог, потому что я сняла это все в Reels. И буду это монтировать, наверное, уже не знаю когда. Мы сейчас планируем поехать на дачу, а послезавтра вернуться. Завтра, 30 числа, 30 мая, был бы день рождения моего дедушки, ему бы исполнилось 78 лет. Был бы он жив, он бы, скорее всего, прилетел в Москву. Ну, даже, может, если бы не прилетел в Москву, с учетом того, что, конечно, он уже не молодой был и все такое, хотя он всегда такой бодренький был, вообще красавчик у меня дедушка был, царствие небесное. Все равно, грубо говоря, скорее всего, был бы он, например, в Москве, была бы вероятность того, ну, вряд ли, конечно, раньше мы так делали. Раньше мы приезжали на даче с дедушкой отмечали, все собирались. А может, мы так бы и сделали. Просто прошлый день рождения отмечали у папы дома. Вот. Ну, короче, не знаю. И мне кажется, что очень мило быть в этот день на даче. Вот. Мы завтра со Славой пожарим шашлыки, дедушку помянем. Я очень хотела поехать на дачу. Вот, и еще вчера, и позавчера хотела поехать на дачу, но столько дел. На самом деле был шанс того, что все-таки мы не поедем на дачу, потому что, ну, короче, были такие мысли, что вряд ли получится поехать. Но сейчас, когда я поняла, что я не знаю, когда вообще у меня получится поехать на дачу, потому что есть большая вероятность того, что, вот, допустим, сейчас, когда мы приедем на дачу, я там буду в последний раз беременной. То есть, грубо говоря, есть большой шанс того, что в следующий раз мы туда уже приедем с ребенком. И, конечно, я там особо ничего подготовить сейчас не успею и не планирую. Единственное, что я туда собираю взять, это эти, блин, наволочки мятые для кроватки, которые у нас там. Я их тут не стала гладить, потому что у меня тут и так достаточно гладить, не хочу. Их так тяжело гладить, ненавижу эти, господи, простыня на резинке. Терпеть ее не могу, потому что ее ужасно тяжело гладить. Но все-таки я всякое погладила, много довольно-таки. Сейчас я всю детскую одежду погладила, все пеленки, все, что у меня было, кроме двух. Единственное, что я не погладила из того, что у меня было, это вот эти две на кровать, вот на эту. Это все у меня поглажено. Еще вчера я что-то гладила, что-то сегодня догладила. Ну, по мелочи сегодня уже, конечно, там немного оставалось гладить. Блин, может, вот эту хрень тоже изнутри надо было прогладить. Здесь я погладила вот что. Белье долго гладила, что-то у меня тяжело, но гладилось, вообще гладилось, все не становилось супер гладким. Простыночки вот такие, вот такие. О, кстати, вот сюда как раз я их и заверну. Отличная идея. Получается, вот здесь у меня будет отсек для всяких коконов. Это для кокона, который Зёвушка.
две сменные. И есть еще третья на нем. Ее тоже, кстати, надо постирать, снять. Вот эти две тоже такие наволочки у меня на этот матрасик. И получается вот эти две на еще один кокон, который у нас здесь, в Москве. Не знаю, пока повезем мы его на дачу, нет. Может, и не повезем. Я вам его тоже показывала. Он не вот такой вот, который держит тебя. А, сейчас покажу. А он тот, бежевый, видите, наверху? Он такой больше как, ну, просто типа, как будто бы подушками ребенка обставил, обложил. И это два таких вот миленьких. Вот такой вот один с принтом, другой однотонный. У нас так все получается. Одно с принтом, другое однотонный. Одно с принтом, другое однотонный. А здесь у меня то, что еще надо постирать. Кстати, может быть, я эту корзину буду использовать как бы для грязного белья. Не знаю. Вот тут куча-куча всего, куча одежды. Вот как раз-таки вот этого заяц меховой. Очень много ярких вещей. Ну, все яркое я уже постирала. Потому что там у меня в основном все такое светло-белое осталось. Так что вот это возьмем на дачу. И, в принципе, все. И, ну, и вот это самое главное, коляску тоже. Так что вот, папа уже сообщает Вивочке, что поедет на дачу. Вивочка, ты слышала, что папа сказал? Ты ему доверяешь? Он правда нас повезет на дачу, Вив? Вив, поедем на дачу? Вив, если бы я знала, что мы сегодня на дачу пойдем, я бы тебя по парку не таскала. Побежала я собираться. Сейчас 10, ну, поздно, да. Еще заедем в магазин, наверное. Вот, ну, приедем и сразу в койку. Так, мы приехали на дачку. Пришел пусек, мы его кормим. А я иду на охоту с фонарем. Как сказать, охота. Во-первых, покажу вам то, что все нахрен выросло. Короче, что у нас тут вообще? Как дела-то? Лилии, смотрю, повыше стали. Ой, какой кустик зеленый. Он разросся, стал более зеленым. Когда мы были, он был не такой зеленый. Чудно. Бабушкин роза что-то вообще не хочет расти. Но все равно не так сильно выросло, как было. Ну да, обросло. О, смотри, ну хоть подросла. Мы ж тут сели с тобой. Ну, отлично. Отлично. Наши труды. Смотри, плоды. Хорошо. Да. Была лысая, сейчас нормально. Еще косить, если, то она еще лучше будет расти. Ну, покосить, еще чуть-чуть посадить, и нормально еще будет. Ну, вот тут фигово. Тут плохо растет. Ну, тут потому что это... Нет, здесь, видишь, маленькие есть. Здесь что-то с землей беда какая-то. Может, мало земли. Ну, тут свежо. Сыренько так. А травка-то мокрая. Дождь, что ли, был? Вилочка, гуляй, наслаждайся. Не, ну, конечно, да, выросла, но... Смотрю, там все равно мелкие какие-то тоже есть. Тут тоже мы сели. Ну, и тут, да, получше стало. Угу. Ну да. Ой. Это что, укроп? Укроп вырос. Можно сорвать салатик. Блин, я вообще в шоке, конечно. Тут раньше же грядки были, но вы помните. И бабушка здесь что только не сажала. Поэтому у нас на участке где-то растет. Где-то цветы растут, где-то укроп, где-то петрушка. Где у нас уже трава, знаете, уже что-то другое. Ой, фу, какой червяк страшный. Длинный какой. Гляньте. Мерзость. Пивочка, ты где? А, сейчас вам еще покажу этот. Мою прелесть. Смотрите, сколько на ней уже этих самых. Сколько зеленых штучек. И на этой тоже много зеленых штучек. Тут, конечно, все обсыпалось. Его боится, она стоит в позе боязни. Поза боязни. Короче, посмотрите на гортензию. Какое чудо. Видите тоже, сколько листьев стало. И то, что я палки пообрезала хорошо. Поел? А где он? Бейф, что ты боишься? Это ж пушок. Пуся, ну что, ты поел? Пуся, покажи свой нос. Урчит. Я дома смыла макияж, чтобы здесь вообще херню не страдать. И, ну, короче, чтобы приехать и прям в кровать отдыхать. Ну, только сейчас сумки вот эти с продуктами разберем. И все, и будем кайфовать, кино отмолить.